Всем привет, друзья! Сегодня у нас очень вкусный пирог с фаршем. Посмотрите, какой он пышный, воздушный, нежный, а фарш сочный и ароматный. Сейчас все-все подробно расскажу. Для того, чтобы активировать дрожжи, приготовим быструю опару. В 400 граммов муки я добавляю 100 миллилитров теплого молока и столько же теплой воды. Сюда же чайную ложку сахара. И дрожжи. Я использую прессованные. Мало того, я использую прессованные замороженные дрожжи. Почему-то мне кажется, что из прессованных дрожжей выпечка вкуснее получается. Поэтому я покупаю дрожжи и замораживаю их. Так они прекрасно хранятся и всегда у меня есть под рукой. Все перемешиваем и оставляем для того, чтобы дрожжи заработали. Прессованных дрожжей я взяла 15 грамм. Если вы используете сухие, берите 5-6 граммов сухих. И вот когда дрожжи, смотрите, станут вот такой пеной, добавляем сюда чайную ложку соли, еще чуть-чуть, 2 яйца и начинаем замешивать тесто. Сейчас нам важно собрать его в шар, в комок. И вот когда тесто вот так соединилось, добавляем 40 граммов растопленного сливочного масла. И теперь хорошо еще замешиваем. Друзья, муки вот уйти может чуть больше или чуть меньше. У меня уйдет, видимо, чуть больше, на пару ложек. Ориентируйтесь всегда только на консистенцию теста. Тесто получается мягкое и даже слегка липнущее, но при этом хорошо уже тянется после вымешивания. Перекладываем его в чашку и даем тесту расстояться минут 30-40, чтобы оно увеличилось в объеме в 2 раза. Но все, конечно, зависит от температуры на вашей кухне. Чем теплее, тем быстрее. А мы пока приготовим начинку. В фарш у меня 350 граммов. Я добавляю одну луковицу, я ее натерла на крупной терке. Сюда же зелень петрушки, соль и перец. Все перемешиваем и пусть фарш пока постоит, даже еще и промаринуется. Тесто получилось воздушное, нежное. Сейчас его слегка обминаем и делим на 18 шариков. Выкладываем в шарики в форму, у меня над диаметром 27 сантиметров, и оставляем вот так вот расстояние, чтобы было куда тесту расстояться. Дадим шарикам отдохнуть минут 10, накроем их пленкой, чтобы тесто не заветрило. Тесто замечательно расстоялось, смотрите, как пузырится. И сейчас я смачиваю пальцы в масле растительном и делаю вот такие вот углубления. Фарш я тоже разделила на 18 шариков. И вот теперь в каждое углубление помещаем фарш. Я смешала желток с каплей молока. Ну, не совсем капля, где-то столовая ложка. И теперь смажу все тесто, какое есть тут сверху. Выпекать будем при температуре 180 градусов около 40 минут. Ну, как обычно, ориентируйтесь на свою духовку. Пирог получился замечательным. Друзья, ничего у меня тут не пристало. Он, видите, подпрыгивает. Сейчас переложу на тарелку и можно угощать. Такой пирог, конечно, можно есть и горячим. Друзья, для вас я выбрала кусочек побольше. Очень люблю это тесто. Нежное, воздушное и при этом вкусное. Готовьте, друзья, угощайте своих близких и приходите к нам в гости завтра. Приготовим что-то фантастическое.